Всем привет, Днепр на связи. Ну что, 13 сентября, вечер, обещали дождь, грозу, пока ее не было. Но небо такое, видите, максимально задумчивое. Утки продолжают плавать, внизу там девочки танцуют тик-ток, воду дают. Надо туда залезть, там плавают рыбы, тут гнездо, видали гнездо, там люди, вот такая вот обстановочка. У нас, друзья, кстати, день проходит тихо, тут одна тревога, но все равно есть погибшие в Украине, в частности, утренний обстрел Ахтырки. Туда прилетело два каба. Изначально сообщалось, что без погибших, без пострадавших, там дома повреждены, то все. Но к вечеру есть информация, что погибло две пенсионерки. Они проживали в доме-интернате для пожилых людей. И вот второй этаж, женская комната, да, где палата, как это правильно назвать. Посыпались окна, все дела, ну там никто не пострадал, но две женщины, острая реакция на стресс, шок, все дела, и видимо то ли сердце не выдержало, то ли что еще, две женщины вот погибли без ранений. Для них эти муки завершились. Что еще, друзья, та же Сумская область. Тоже есть еще урон, конкретно Ямполь, атака четырьмя кабами, повреждены дома, магазины, еще всякое. Изначально сообщалось о том, что один человек погиб, но к вечеру еще один погиб в больнице, и там еще четверо раненых. И, друзья, в Конотопе тоже уже есть жертва, но это тот обстрел, который был в Конотопе ранее, когда... по домам, да, прилетали ППЛА, там в рельсы. Мужчина 44 года, если я правильно помню, погиб в больнице от травм, полученных при обстреле. Скорее всего, это тот парень, который на своем авто выехал, чтобы помочь людей доставать, там эвакуировать. Волонтер. Вот, скорее всего, он и погиб, я так понимаю. Так что, друзья, вот такие дела. Немало погибших сегодня в Сумской области. Это птицы поют. Что это? Воробьи. Что, что не тянется? Слышите? Они на проводах там. Вон где все воробьи. Они тут облепили провода. И тусуются. Фу. Что еще у нас, друзья, на повестке дня? Поспред России в ООН Небензя заявил, что если страны НАТО, если Запад разрешит использование Украиной дальнобойных ракет по территории России, это будет означать, что НАТО вступает в войну. Что это как бы НАТО атакует Россию, вот так сказал. И какой-то чудак там в Пентагоне, говорящая голова, сделал ошибку, делал заявление о помощи Украине, а ошибочка по Фрейду говорит, мы уважаем суверенную территорию, суверенитет Российской Федерации и поставляем все необходимые средства для того, чтобы они могли себя защитить. Вот как-то так. США, говорит, России поставляют все, что надо, чтобы защитить. Анекдот? Чего не смеетесь? Не поняли, да? Не поняли. Это анекдот. Это смешно. Что еще у нас? В Ужгороде сегодня были рейды ТЦК по спортзалам и магазинам. Один из итогов рейдов. Журналисты говорят о том, что в одном из спортзалов нашли инвалида второй группы, который 100-килограммовую штангу от груди сжал. Нашли одного офицера рядового с Одессы, который числится как
самоволка самовольно покинули военную часть. Ну, и там нашли очень много людей уклонистов, которые уклоняются от прохождения воинской службы. И у нас сегодня новая фишка была, вот ЦК возле каравана. Короче, скорая. Ну, скорая там все. Я так понимаю, какая-то скорая из этих. Ну, из предоставленных гуманитаркой. Потому что надписи все на английском, там то все. Короче, они прячутся в скорой. Ну, к скорой вроде как и не подумаешь, да, что она может представлять угрозу. А когда они видят, что подходят молодые люди, они с этой скорой вылетают и иди сюда. Прикол? Так что так. Не только на гражданских автомобилях. И сегодня встретил знакомого там по рыбалке, по барахолке. В транспорте пока ехал, там на рыбалку ехал. Что-то, говорит, хищник как-то последнюю неделю совсем не клюет. Карасика там на поплавок дергает. Тоже, говорит, наблюдал картину, что у них там на Донецком шоссе едет машина, бац, останавливается, запихивают. Ну, смотрят, кто один идет. Или там двое, если их много. Так что вот такие дела, блин, что в мире творится. Это вам не шутки. НАТО, война, ракеты, Третья мировая, ядерный удар. Ура, товарищи! Ура! Прыгай, прыгай. Не бойся, давай. Ой, что ж ты так подкачал? Такой трюк мог бы быть. Фух. Это что за горох свисает? Видали? Огромный горох на дереве. Обалдеть. Ой, упал что-то. И смеется, упал и смеется. О, дает. Прыгай, прыгай, давай. Да, так и я могу. Я думал, ты трюк покажешь. Так что так, друзья. Желаю вам приятного вечера. Берегите себя, берегите своих близких. Помните, что Бог любит вас. И до нового выхода на связь. Небо голубое, вихрь враждебное. Ой, над нами в бой роковой мы вступили с врагами, и это для всех оправданий. Ай. 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 Это лес, там дупло, все идет по плану.